Убийца в своей логике извращенной видит себя жертвой благородной. Вся его основная жизнь в тюрьме, и все желают этого, заслужил вполне. Если его жертвы слепы, то его глаза мертвы. Не видит цвета луны, звезд, солнца и весны. Не видит красоту души, у него лишь мираж лжи. Если его жертвы лишили слуха, то и в его ушах не зажужжит муха. Сидит в полной абсолютной тишине, как в склепе день и ночь, как во сне. Учитывая, что покалечил множество людей, его тело переполнено злом и еще больней. Лютой ненавистью переполнен разум, смерть ждет без сострадания, прокат.